Известно, в России от алкоголизма не страдают. Им наслаждаются. Тут опрос проводили, какие страны являются самыми пьющими в мире. Знаете, какие результаты? Зимой это Россия, а летом Турция, Египет, Эмираты. Мне очень нравится, как женщины реагируют на подвыпивших мужчин. Тут, конечно, женское остроумие проявляется в полной красе. Как-то двое моих знакомых едут в Москве по Ленинградке. Ну, захотелось пивка купить. Заходит в небольшой торговый павильончик, девушка торгует. Самое приличное, что есть в ассортименте, это чешское пиво «Козел». Они подходят к ней и без задней мысли говорят: «Два козла». Так сходу. «Я вижу». Будем это считать своего рода предисловием к следующей истории. В деревеньке под Нижним Тагилом жил себе мужичок Митрич. Но не то, чтобы на время от времени напивался в усмерть. Ни. Митрич не просыхал. Как-то под утро шел к себе домой. Но не то, чтобы там выпивший. Ни. Никакущенький. Поэтому Митрич не шел. И не полз. Он не шел, он не полз. Он возвращался. По пути совершил лобовое столкновение с березой. Посмотрел на нее. С завистью сказал: «Мне бы столько почек». Встретился с колодцем. А попить воды в его положении было очень кстати. Пока ползал по краю сруба в поисках ведра, приговаривая: «Не дай себе засохнуть», на повороте поскользнулся, упал вниз. Не волнуйтесь, это был наш колодец, поэтому воды там не было. А было что-то мягкое, теплое и большое. Как потом выяснилось, деревенский козел. Как он туда попал, загадка истории, да это и не важно. Пока не рассвело, Митрич рассказал козлу всю свою жизнь. Козел слушал, не перебивая. С ним еще никто так долго не разговаривал. Вскоре раздались голоса. Там, на воле. Мужики пошли на работу. Идут себе тихонько по темноте. Ни о чем плохом не думая. Тихонько идут. И вдруг, откуда-то снизу, так неожиданно, так громко, вот если бы к этому месту подвести трубу, Европа была бы с газом. Мужики накануне тоже выпивали. Но не столько. Чтобы поверить, что в деревне появился говорящий колодец. Кто-то осторожно взял булыжник и бросил вниз. В ответ кукушечка завернула такое, после чего добавила: «Да я это, Митрич! Вытащить меня уже, бога душу мать!» Ай-яй-яй, мужики побежали домой, взяли веревки, связали, вернулись, опустили вниз. А Митрича с детства воспитали так, что надо в первую очередь помогать ближним. Без задней мысли он привязывает козла, кричит: «Тяните!» Эти тянут, не догадываясь о встрече с прекрасным. Еще разговоры ведут. «Как ты там? Сейчас увидите! Как тебя вообще угораздило-то? Да вот, шел, поскользнулся, упал». Ну, дальше классическая фраза. «Ну ты старый козел!» Когда над срубом появляется это. А еще темно было. Вглядываясь в очертания, мужики с опаской спрашивают: «Митрич, ты? Похож вроде. Ты, Митрич?» Митрич в ответ: «Бе». Мужики со страху отпускают веревку. Митрич снизу смотрит. Козел возвращается. Очевидно, не мог пережить разлуки.
А мужики уже со всех ног бежали к участковому с криками: «Там в колодце такое! На дне вроде Митрич, а наружу вылезает его внутренняя сущность!» На этот раз Митрич был умнее и привязал себя. Участковый тянет, но к трубам появляется голова Митрича. Голова видит того, кого меньше всего хотела бы видеть. И неожиданно для себя самой говорит: «Бе!» Участковый отпускает веревку. Козел встретил Митрича как брата. Тогда рассвело, конечно, все выяснилось. Мужики вытащили козла, потом второго персонажа. И было хорошо. И душа просила праздника. Поэтому Митрича на всякий случай побили. А в деревеньке под Нижним Тагилом еще долго судачили о том, как один мужик за козла ответил.